Я вот часто рекомендую своим пациентам посмотреть какую-нибудь глупую комедию. Mm-hmm. Для того, чтобы просто вот животным смехом посмеяться, чтобы просто встряхнуться, чтобы просто отряхнуть с себя весь, хотя бы на какое-то время, груз проблем, и посмотреть с юмором. Юмор очень часто помогает в жизни. Юмор — это когда объект становится не очень опасным и видятся какие-то несоответствия ему чему-то, и человек отстраняется от своей проблемы. И когда у меня пациенты начинают смеяться над своей ситуацией или шутить, я вижу, это путь к выздоровлению, путь к психическому здоровью.